Всем привет, с вами канал Арт Ваня. И сегодня я расскажу вот про такую ошибочку. Не смогла запустить Sims 3. Ошибка D3DX9 31DL. DL или вот там как-то так. Вот. Что напишут? Ответ. Обновить драйверы Direct 9.0s. Здесь у меня есть ссылочка. Вам я ее оставлю в описании. Открываем. Вот она, эта ошибка. Здесь написано, что Sims 3, GTA 4. Так, вводим здесь Direct. Вводите свой Windows. У меня Windows 10. Вот она самая первая. То есть тут вы тоже читаете, что было это написано Direct. Ничего-то вот там другое, что еще существует. Нажимаем. Вот он, их неофициальный сайт. И здесь выбираете. Я уже ее скачала, поэтому уже знаю, что все хорошо. А также, когда она у вас скачалась, заходите в ту папку, куда вы ее сохранили. Щелкайте на нее 2 раза. В принципе, вот тут написано. То есть появляется такое вот установочное окошечко. Соглашайтесь здесь со всем, что написано, жмете «Далее», и она сама уже установится. После желательно перезагрузить ваш компьютер, и у вас игра будет работать. Вот, также тут есть для Windows 8.1, 8 просто, 7, Vista, XP. Вот, то есть, в принципе, тут разные. И также вот тут есть Direct разные. У меня, вот, видимо, потребовал именно только 9-ю, а есть уже, смотрю, 10-я, 11-я, 12-я. Русские все версии. Так вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарий. И всем пока-пока.